Чтобы ответить на вопрос, какой год вы родились, мы используем предлог «on». И давайте посмотрим пример. «Je suis né en 1982». Предлог «on» с годами. «Je suis né en 1982». И, наверное, вас пугает вот это вот непонятное четырехзначное число «год». Давайте посмотрим. Вообще, все говорят плохо о французских числах. И я надеюсь, что вы не будете, как все, и повторять то, что говорят другие. Люди смотрят на них в течение 5 минут и сразу выносят какое-то мнение, что это сложно, что это нереально, и каждый раз они повторяют, что ну вообще очень сложно. Их мало, их совсем мало, чтобы так на них ругаться. Давайте посмотрим, вот это все, больше ничего учить не надо. Немного еще информации по тому, как это вот эти 23 числа нужно комбинировать, и все. Вот ничего больше учить не надо. Если вы посидите над этим полчаса, вы запомните. Если вы рассчитываете, что вы что-то выучите за 5 минут, ну, простите, нет, но полчаса помедитировать о комбинациях можно, и тогда уже ничего не будет казаться странным, и потом еще недельку-другую нужно потренировать. Но тренировать слово «тренировка» – это значит, ну, действительно, поработать пару часиков в день, если уж вам действительно так хочется циферки выучить. И все. И давайте посмотрим, что у нас тут. Произнесем это и потом уже перейдем к тому, что можно комбинировать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 1000. Больше ничего не надо учить. Остальные числа – это комбинация из этих 23. Вы учите 23 и учите то, как нужно комбинировать остальные. Давайте еще раз повторим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 30, 40, 60, 100, 1000. Смотрим, что дальше. 17, 10 и 7. Это даже легче, чем по-русски. 10, 7. Ensuite, 21. 20 и 1. 21. 70. 60 и 10 действительно так сложно, что об этом столько нужно говорить. 60 и 10. Все. 60 и 10, 60 и 11. Ну, нету французов 70. Забудьте. Просто дальше живите, зная это и комбинируйте. Если это сложно, с грамматикой потом будет намного сложнее, потому что она абстрактная. Здесь вам дали четкое указание, что 60, 12, 60, 13 и так далее. 60, 11, 60, 10, 60, 13 и так далее. 80. 4 умножить на 20. Ну, считали они ногами и руками, некоторые только десятками, они и двадцатками считали. Все, я вам рассказала, вы запомнили. 4 на 20, 4 двадцатки, 80. Дальше. 90, 4 двадцатки, 10, 90. 200, было 100, 100 стало 200. 771, 771, 761. Давайте посмотрим на то, как мы произносим года. Я надеюсь, я вас убедила в том, что это несложно. Года, тут вообще все легко. Мы, надеюсь, все родились. Ну, 1800 никакого человека не будет. Все родились в 1900 каком-то году или 2000. Так что 1900 будет у всех одно и то же. А дальше мы с вами уже идем. А теперь, пожалуйста, выключите компьютер. Попробуйте все это произнести несколько раз, медленно. А потом включайте и послушайте, как будет. Надеюсь, что будет так же, как у меня. И только не слушайте меня сразу, потому что сейчас я начну это все произносить. Сделайте паузу, подумайте, потом просто наращивайте ритм. Договорились? Все, выключайте компьютер, я сейчас начну читать. Все. 1972, 1965, 1965, 1955, 1976, 1981, 1991, 1916, 2003. 2003. Это несложно. 1900, 1000, 1000, 900, 900. Это у всех одно и то же. Запомните. 1900, 1900, 1900, 1900. И дальше повторяйте то, что осталось. И давайте с предлогом и с конструкцией «je suis né».
Je suis né en 1972. Je suis né en 1972. Je suis né en 1965. Je suis né en 1965. Je suis né en 1955. Je suis né en 1955. Je suis né en 1980. Je suis né en 1980. Je suis né en 1976. Je suis né en 1976. Je suis né en 1981. Je suis né en 1981. Je suis né en 1981. Je suis né en 1991. Je suis né en 1991. Je suis né en 1996. Je suis né en 1996. Je suis né en 2003. Je suis né en 2003. Это все, это несложно. Будьте не такими нытиками, как большинство. Учите французские цифры, любите их, они классные, они оригинальные, и вообще все должно быть круто. Увидимся с вами в парке Горького.